Непревзойденная Алиса Фрейндлих играла в БДТ моноспектакль «Оскар и розовая дама». Это была уникальная драматургия и настоящая театральная искренность. Петербуржцы скучают по этой истории, поэтому продюсерская компания Makers Lab решили возродить «Оскара» в музыкальном жанре. 3D-декорации в старинном заснеженном театре, словно картинка с рождественской открытки. Мюзикл «Оскар» в театре ЛДМ «Новая сцена».